Уже едут. Север. До амбара машина доехала и не появилась. Она стоит за ним в амбар хоть. Еще едет что-то. Пролетела дальше по дороге. Она там подъедет прям. Около входа дальше поедет. Минусанула амбар. Около входа остановится. Понял. Примерно? А, я бежал дальше. В амбаре один. Ну, видишь, выйти туда. Держишь? А, он, кажется, всё. Я его... Надо, да, того я убью, там лежит девка. Да не убью. Вот этим большим, где трубы у нас большие, там, в стенке. Вон он, красный Гюнхен, он живой. Окей, все, кто не в тракторном заводе, это все против. Кто зайдет на тракторный завод? Он станет. Значит, свой, значит, свой. Я на бункере лежу, если. На таком на деревне. Алена, это не могло быть, вот сколько человек где-то еще должен ходить. Да. Надо бы чекнуть за этим, за вот этим зданием, где трубы большие. Может, живой еще быть. Залезьте на то здание, посмотрите с него, да. Я бы хотел залезть на вот эту трубу большую. Плохо. В чем проблема? Убьют. Ну ладно. Да, какой то бьет? Мощь. Вторым. А там где-то за амбаром, что ли? А там баром, да, я понял. А, они по лесам идут, я понял. И на горе снайпер лежит с этой смотрим. Сонар. Угу. Северо-запад. У кого-то у нас оптика, у кого посол. Работай на гору, вон парень лежит на 270. Походу, кто гранату кидает? Враги, враги. На, что-то стали на бункере, на нижнем. Просто здесь. Здесь мне сверху, если ш. Повтори. Я сверху, если ш. Понял. Ну, тебе хотя бы повезло, ты не ударил вроде.
А я внезапно телепортировался за забор на секунду, и этой секунды было достаточно, чтобы меня убили. Ну да, там такая клюк. И перс еще начал сам спасать, товарищ там садиться. Когда я открыл инвентарь, короче. Дробовик скинул, сидят, самый МП-40. Тут начинается вот эта чехарда, и я умер. Чуть махнул прям вылез так здесь. Короче, словит пуль. А, у него слот женский. У него скин женский. Мужской. Только лицо под голова. Блять, как хорошо, блять. Всем пока, давай. Я кого-то взорвал, нет? Не знаю. Бисмута поранил. Да не. Бисмут не, кого-то взорвал, все-таки там валяется. А бисмут раненый, да? Да, я его взял чувак, который возьмет. С МП-40 у нас стрелял. Лучше. Очнулся? Да. Да ну тут бессмысленно. Макдоник, Прайс, Ворон. Так они ж как бы. Ребята, кто подрывался в гранате возле дома небольшого? Мы там стреляли одно время, но поэтому непонятно, мы гранаты или отстрелковые. Уже что-то иду, вообще расслабился, даже на монитор не смотрю, что-то тут чистый. Просто как краем глаза смотрю, что-то передо мной прям на меня смотрит и дрррр, такой пока. Поймучий команд. Что дальше? Дальше я спать. Вылетом сами. До свидания. Я пошел уже сколько часа. Мне уже 20 минут 12. Ого. У меня только 20 по 7. Или как там по-русски выйдет? 20 хвин по 7 гаданий, потому что.
краб сейчас был. Вечевать 8. Да. Опа, опа. Что-то было. Что там? Не. Куда пытается бисмы сделать? Эх! Оп. У меня такой анимация, типа, знаешь, когда после. О, убили Мандога. Мегадога. Не, ранили, ранили. У вас Доник опять миссия без конца правильная. В смысле? Это не моя миссия. На ПЗ махнул. Да.